Недавно состоявшийся концерт памяти Юрия Шатунова стал причиной неприятностей для ряда музыкантов. Особенно пострадал Ярослав Дронов, который вместе с коллегами разозлили экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина своим выступлением. Американские юристы уже взялись за рассмотрение этого случая и намерены обанкротить певца-шамана, лишив его основного источника дохода. Разин, проживающий в США, в своем личном блоге заявил, что готов подать в суд на всех участников мероприятия. Продюсер сообщил об иске на сумму в 10 миллионов долларов за нарушение авторских прав. Уже адвокаты наняты. Иск я подам непосредственно к организаторам и исполнителям. Они будут заблокированы на всех YouTube-каналах. Думаю, больше вы этого уродства не увидите никогда, сказал Андрей Разин.